Да, да. Алло, добрый вечер, Роман, это вы? Да, здравствуйте. Значит так, у нас завтра, ну вы, наверное, знаете, у нас завтра будет конференция, ну, фотограф, знаете ли вы. И я звоню вам сказать, вы ведь у нас самый лучший фотограф в нашем издании. Вот, и мне очень важно, чтобы вы там были. Вот. Я очень извиняюсь, но, может быть, вы найдете мне замену? Ну, замена, ну вы... Ваши фотографии гениальны, вы понимаете? Послушайте, я понимаю, вам они очень нравятся, но я не люблю публику. Я не люблю появляться на людях. Эти фотографы будут меня фотографировать, спрашивать какие-то вопросы. Я не оратор, поймите. Я люблю снимать жаб, но вот всяких лягушек, пятнистых, полосатых, это мне нравится, правда. Там будет моя дочь Маша и Ёшкин кот, ну, даже так, нет? Ну, может быть, вы возьмете Аркадия, вот он отлично справляется с фотографиями, не хуже меня, я вам гарантирую. Ну, слушайте, ну я настаиваю, ну что, как это? А будет? Я настаиваю на том, чтобы я никуда не шел. Я не хочу. Ёшкин кот, ну слушайте, ну тогда давайте вы вышлите мне фотографии, ну, фотографии. Почта, интернет, не знаю, как получится. Вот. Если хотите, приезжайте, если не хотите, ну, будьте там, не будете, ладно, плохо, но будет, ладно. Но фотографии у меня должны быть, я их буду презентовать. Эй, вы тут? Алло? Алло? Вы меня слышите? Алло? Верная связь плохая. Алло? Я слышу, вы там, алло? Я вас уволить могу, алло? Ну это же хамство молчать, я с вами разговариваю, алло? Просто свет. Ладно, вас понял. Ну ладно, черт с вами. Thank you.
Thank you.